В Новом Уренгое проводят занятия по начальной военной подготовке. Это проект местного дворца спорта «Звездный». Среди инструкторов бойцы, которые несколько месяцев провели в зоне СВО. Курсы проводятся бесплатно, желающих много. Уже на первом этапе набрали группу из 30 человек. Занятия длятся полтора месяца и проходят по 6 дней в неделю. Особое внимание уделяют практике. Поскольку в программу включена огневая подготовка, это то есть стрельба из оружия, с, так сказать, гражданской версии автомата Калашникова, то с 18 лет. Первая группа набралась в первый же день объявления. Это любому мужчине, наверное, нужно. Плюс, как бы, сейчас наша страна в таком положении, как бы, что каждый из нас может отправиться в зону боевых действий, и поэтому даже если чего-то знаем, то нужно вспомнить, если подзабыли. Если чего-то не знаем, то надо узнать. Весной занятия будут проходить не только в помещении, но и на улице. Мужчин научат управлять квадрокоптерами и ориентироваться на местности. Каждый слушатель курсов начальной военной подготовки получит сертификат.